Ремонтные работы в Мариинском Посаде в самом разгаре. К концу октября текущего года в порядок приведут набережную Волги. Здесь появится променад, установят освещение и лавочки. Напомню, в прошлом году Марпосад победил во всероссийском конкурсе формирования комфортной городской среды среди малых городов. За победу город получил деньги на благоустройство 45 миллионов рублей из федерального бюджета. Марпосад на конкурс отправил работу под поэтическим названием «Веков связующая нить». Презентовали места притяжения туристов – Царскую гору, историко-краеведческий музей, памятник царицы Марии Александровны. Однако окружающая туристская инфраструктура, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Теперь ситуация должна измениться. Бордюрные плитки полностью заменены, новый асфальт положено, вся вот эта Арбат будет убираться, тоже будет полностью по репика положено, новые тротуары будут, новое освещение будет, смотровые ямы у нас будут красивые такие. Ну, все будет сделано для населения, чтобы люди, которые приезжают к нам, могли отдохнуть, расслабиться, выпить чашку кофе, чая и остались довольны городом.